Чуваш Автотрансе новый руководитель. Сегодня Евгений Мореплавцев встретился с журналистами, чтобы рассказать о перспективах предприятия, как он их себе представляет. Евгений Мореплавцев уже 8 лет работает в системе Чувашавтотранса, так что все проблемы и трудности предприятия знает не понаслышке. Главное, что заботит правительство Чувашской Республики и Минтранс, это то, что сделать предприятие менее убыточным, а в последующем выйти на рентабельный уровень. Такая задача при определенных структурных и производственно-экономических преобразованиях реальна, и в течение 2-3 лет ее можно реализовать. Как заверил новый руководитель, предприятие продолжит выполнять социальную функцию, перевозить льготников, а зарабатывать будет, открывая новые маршруты. Большую экономию средств даст дальнейшее расширение автопарка, работающего на газомоторном топливе. Это уже позволило сэкономить достаточно средств. За полгода прибыль составила более 1 000 000 рублей. Своей задачей, кроме этого, Евгений Мореплавцев считает и наведение порядка на рынке пассажирских перевозок, когда существуют неравные условия между госпредприятием и частниками. Татьяна Молокова, Антон Вовк, Республика.